оседлаю сейчас своего коня, буйного да быстрого. Ох, тут что-то так. Ой-ой-ой-ой, как он подъехал. Так, что там, бензина 380 километров. Если говорить, почему именно Тверь, то, знаете, я не знаю, почему там не тянет в этот старинный городок. Я там был в середине 90-х годов. Пока давайте выбираться, раз нас уже так приперли. Часа 28 минут 149 километров. Ну, я так и рассчитывал как раз приехать туда и пообедать. До Твери тут есть два варианта пути. Это поехать вот по Ленинградскому шоссе, как по бесплатной дороге, либо, значит, уйти на платку на М11 и полететь там 130-150 и так далее. Кто как может. Но я выбрал вот сегодня этот вот Ленинградское шоссе, потому что я дальше там, по-моему, куда там, Солнечногорска, по-моему, так и не ездил вот по этой дороге напрямую там в Тверь. Ну вот я и в Твери добрался. Ну вот уже автопрогулка по Твери. Какое-то здание необычное. Панорама. Вверху написано. Вот как я люблю такие вот состояния. Вообще, когда вот, ну что-то неизведанное, да, вот что-то новенькое. Главное ж не забыть, где поставил машину. Вот памятник. Михаил Ярославович, князь Тверской и Великий, князь всея Руси. Ребята, ну посмотрите, ну это вообще 149 километров, 3 часа, ну сейчас уже минут 10 постоял, наверное, пока разбирался тут с едой. 46 средняя скорость, 6,6 расход. Ну поскольку там деревушки, выше 110 вообще не ехал, в основном это 80-90 километров. Ух ты! Я что-то долго не выбирал. Есть охота. Вот первый там попавшийся на картах нашел. Который, вот тут рядом совсем у меня машина, короче, 50 метров. Что тут, уха, борщ? Борщ 390 рублей. Ну, в общем, сейчас разберусь, вам доложу. А место приятное такое, вот как-то так по-домашнему сделано вообще. Старая музыка так играет. Старые песни прям. Ну вот, борщичок и поднесли. Сальцо, пампушечка и сметанка. Ну, мелковато, тарелочка совсем. Прям совсем мелкая. Ну, борщ вкусный, хороший. Хоть у меня борьба и с хлебом. Жесткая пампушка, ей лет 100. Сальцо пойдет. Драники. Принесли. И завершающее блюдо — бифштекс с яйцом. Похож на мясо. Вот ничего. Фу! Ай-ай, красавец! Выводы. В общем, если попить кофейку в приятной атмосфере, вроде бы да. Если так пообедать, то вроде бы и нет. Ну, шаркнули по душе. Как-то я тут удачно оказался. Как утверждает Яндекс.Карты, прямо по курсу река Матушка Волга. Да, вот впереди вижу. И чудесная вывеска на углу дома сообщает мне, что это набережная Степана Разина. А вот, видимо, смотровая площадка. Эх, привет, Волга! Какие красивые виды. Широкая река, широкая. Ух.
Очень красиво. Впечатляет. Что это? Что это? Единственный в мире действующая скульптура фотоаппарата от музея «Искра». Установите смартфон в крепление возле стекла. Нажмите на съемку с поддержкой спуска. Встаньте в 10 шагах напротив объектива. Вы получите перевернутый снимок оптической проекции. Ну-ка попробуем. Как-то все получилось размазано. Насколько я понимаю, вот это вот, это река туда уходит. Слияние рек, вот это Волга, а там река Тверца. Повеселило меня. Шаурма называется «Не путай берега». Мы находимся вот здесь. Ага. Вот хотелось бы пройти на набережную Михаила Ярославича. Здесь большой, видимо, парк. А вот это Трехсвятская улица, пешеходная. Можно сделать так, пойти сюда, потом на бульвар Радищева. Там будет памятник Михаилу Кругу, где-то тут. И потом прийти сюда, вот так. Пока можно понаблюдать, на чем же ездят тверяки. 69-69, ага. Ну, вот такой автопром. В любом маломальском городе бывшей большой страны Союза Советских Социалистических Республик была площадь Ленина, памятник Ленину. И не обошла, конечно, эта участь город Тверь. Видимо, так. Мы находимся на площади Ленина, где установлен памятник бывшему вождю пролетариата. В этом здании находится глава города Твери. Об этом гласит табличка на красивых дверях по адресу улица Советская, дом 11. Ну ладно, мы пришли оттуда, а нам туда. А здесь слева мы видим Тверская городская дума. А здесь театр юного зрителя, ТЮЗ, Советская, 32. Да, на что я обратил внимание, могу сказать, что красиво. Мне нравится архитектура, как здесь сделано, но вот даже в центре, это я так понимаю, мы же в самом центре находимся, как-то очень неухоженное. Давно пора как-то немножко хотя бы подшаманить, отремонтировать. Ну, не говоря уже про какую-то реконструкцию. Вот здесь что-то идет. Вот эти домики отлично выглядят. Фотоателье Тачалова. Я могу вот так вот сделаться. Хоп! Сфотографироваться. И пошел дальше. Вот в такие моменты я даже и не знаю, как правильно себя вести перед камерой. Я имею в виду что-то комментировать, либо показывать просто под легкую какую-то музыку. Подскажите мне, напишите в комментариях, как приятнее смотреть такие походы. Ну какая ты красавица. Ну какая ты красавица. А что, свадьба? Да, почти. Какая-то веселая компания. Но, похоже, не свадьба. Туристско-информационный центр. В виде вагона трамвая. Давайте заглянем. До свидания. Здрасте, одним глазком. Конечно. А что у вас здесь? Здесь у нас продается мерч. Все, что вы здесь видите, создано именно тверскими мастерами. Также у нас работает трамвайная почта. Прямиком отсюда можно отправить письмо по всей России.
Каким образом? Смотрите, вы выбираете открытку, пишите на ней пожелание, а я выдаю вам марку. И все, можно отправлять. Пользуются люди? Пользуются очень часто. Ну, слушай, ну скажи, ну просто это как-то необычно. Я имею в виду, в наш век интернета... Да, к сожалению, сейчас очень нечасто пишут самостоятельно люди письма, поэтому мы решили вот такой вот уголочек сделать. Очень часто заходят и прямо себе отправляют письма в другие города. Ты же уже родилась, когда интернет, да? Ты уже не застала письма? Я не застала, к сожалению. А для тебя сейчас это вот как-то тепло? На самом деле очень тепло и уютно просто думать об этом. Я сама очень часто... Нет, честно, вот скажи. Не потому что ты тут сидишь, а вот... Нет, я тут сижу как раз таки из-за того, что мне здесь нравится. Хорошо, вам нравится. Спасибо. Любовь приходит и уходит, а сладенького хочется всегда. Куда-то я вышел на Большой проспект. Посмотрел по карте. Покровская церковь там вот. А внизу, оказывается, там набережная. Река еще одна, Тьмака. Тверской проспект, широченный, 6,5 полос, а нам на бульварчик. Вот по городу я заметил вот такой местный колорит. Вот смотрите, на первом этаже как бы сделано так, фасад, все красиво, поскольку там вот магазин один, здесь бутик. Второй, третий этаж обветшалый, рядом то же самое. И так по всему городу. А вот и Михаил с гитарой, шляпой. Думал я взять гитару, да здесь сыграть, но что-то в последний момент передумал. Хороший был мужик. И песни правильные, душевные. Где-то там впереди путевой дворец. В общем, парки, скверы и набережная Михаила Ярославича. Справа виднеется большой такой памятник сидящего Салтыкова-Щедрина. Да, Михаил Евграфович. И фонтан. Лемешев Сергей Яковлевич. Театральная площадь мы находимся. Место массового пребывания людей, сообщает нам вывеска на Театральной площади. И это есть конкретно здание филармонии. А это театр драмы. Тверской областной академический театр драмы. Впереди горсад. Смотровая площадка. В городском саду. Да, тут красиво, наверное, в солнечную погоду. Пока это наиболее ухоженное место из того, что я видел. Но ничего не происходит. Хотя сегодня будний день. Я так как-то вырвался не выходной. Насколько я понимаю, путь свой начали мы вот там. То есть вот этот мост как бы с той стороны. И машина где-то там. Потом мы повернули вот так. Там прошлись по Трехсвятской, потом побродили и спустились по другой улице сюда. И это уже набережная под другим названием. По ней прогуляемся. А пока посмотрим на макет галеры «Тверь», построенной на Тверской верфи для путешествия по Волге императрицы Екатерины II в 1767 году. Памятник Александру Сергеевичу Пушкину. А напротив дворцовый сад. Вот дошли мы до моста, который называется Старый Волжский мост. Но он прям соответствует своему названию, поскольку выглядит очень старым. Старый, но похоже еще узким. Красивый вид здесь, вот этот путевой дворец, а сзади храм. Купола соединяются как-то так. Вот отсюда становится виден Спасо-Преображенский собор.
рядышком они стоят, такой создавая ансамбль. Вот подальше от шумной улицы. Здесь уже гораздо спокойней. Вот открывается такой вид. Пустынно. Один человек. Мне нравится вот этот раскрас. Белый, желтый. Или желтый с белым. В общем, на мой взгляд, очень празднично, как-то торжественно. А там, смотрите, тоже вот такой приглушенный зеленый цвет у дома, вот тоже очень красивый. И здесь такой в розовых тонах. Здесь желтый. Да, здесь приятно глазу. Какой большой храм, какой большой собор. Вот оно, пришло удовольствие. Когда идешь, не замечая времени, пространства там, вот пришло это удовольствие. Ну, можно сказать, еще удовольствие свободы, что ли. Свободная голова, несмотря на то, что до этого часа за 3-4 мучили там всякие мысли, вопросы, решения, трудности. Вот сейчас такое освобождение. Вот за этим я и ехал. И именно не в Москве. В Москве не могу такое себе вот почему-то. Ну, устал от Москвы реально. Я уже много раз повторил. Нет, мне нравится в Москве, потому что там цивилизация, все нравится, но там хорошо работать, трудиться, зарабатывать, отдыхать. Как-то у меня там не получается. Это и есть то, что именуют Парком Победы. Река Лазурь. Утки, рыбачки, полный набор. После московских парков это, конечно, вид не тот. Ох, какие махины, какие здоровые. Страх. Но сейчас, конечно, вот глядя на технику, вообще не вызывает никакого ни интереса, ни вот, не знаю, ну, в связи с этими событиями, которые идут, вообще, то есть век бы это не видеть, это вообще по всей планете, это все нафиг взорвать, утопить и жить мирно. Вот такое желание. О, чудо! Иллюминация в городе все-таки существует. Думаю, с походами на сегодня все. Сейчас вот съем мороженку и побегу уже к машине. Что и сходил я сегодня с 3:30. Вот сейчас время-то уже 19:05. И вот, по сути дела, первый раз присел передохнуть. А присел я здесь у памятника Михаила Круга. И вот молодежь фотографируется. Тоже уважает. Слышу, говорят, опел хорошо. Предлагаю 20 отжиманий перед поездкой. Нет, не перевелись еще богатыри на земле нашей. Не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Теперь точно пора выбираться. А то, что ж, ноги ходили,
А руки отдыхали. По платке назад поеду. Показывают где-то полтора часа до Зеленограда. Ну и там потолкаться, наверное, еще полчаса. Вернулся уже, да, проехал свой путь, а вроде еще не накатался. Так бы ехал и ехал, когда дорога такая хорошая, да. Ну, М11, конечно, мечта поэта. Вот, да и здесь сейчас по М10 по Ленинградскому шоссе никого нету. 21.58. В общем, добрался. Назад вот 163 километра, 2.26, ну там минут 15 стоял, пока покушал, пока поджимался. 67 среднее, 7.6 расход. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Пишите комментарии, если понравилось, ставьте лайки. Мир всем. Увидимся. Пока.